Всем доброго времени суток. Решил сделать обзор на китайский квадроцикл подростковый Avatis Hunter 200 New. Многие задумываются о надежности китайской техники. И вот расскажу, что было с моим квадроциклом. Купили квадроцикл в начале декабря 2021 года. Протянули все резьбовые соединения. Поставили сразу, видите, накладки на крылья. Делали все очень грамотно, аккуратно. Поставили брызговички. Вот такие. Установили кофр. Вещь очень нужная. Туда легко помещаются два шлема. Трос. Бензин, баклажечка. Ну и другие необходимые вещи. Также поставили защиту двигателя, видите, чтобы грязь и вода не летели на мотор. Когда купили квадроцикл, сразу протянули все резьбовые соединения. Поменяли очень много китайских гаек и болтов на более качественные, хорошие, что позволило на протяжении вот 800 километров больше ничего в нем не подтягивать. Абсолютно ничего. За исключением цепи. Цепь подтягивали всего один раз. Квадроцикл эксплуатировался исключительно зимой. Постоянно буксовал. Вот посмотрите, насколько стерся протектор. Совсем немножко. Если сравнить с передним колесом, тут он практически новый. Квадроцикл неожиданно показал себя с хорошей стороны. Очень хорошая тяга. Тяга просто замечательная. Колеса проворачивают свободно с двумя людьми. Теперь о недостатках. Недостатки здесь, ну, конечно, вибрация. Буду по весне протягивать багажник. Вот эти части дребезжат. Слышите, как вот эти. Также подножки протягивать. Также за 800 километров открутился мотор. Сейчас буду подкручивать его. Но это не удивительно. Гайки на моторе я не менял. Также по приборке. Когда полный бак бензина, вы видите, шкала индикации топлива отсутствует. Когда бензина становится меньше, сейчас его полный бак, она появляется вновь. Также датчик не спидометра, а уровня топлива, он показывает неправильно. Скорость на нем 55 км в час. Больше не едет. Да, нам больше и не надо. Также, по мере того, как накатывались километры, производилась обкатка. Квадроцикл стал ехать намного резвее, мощнее. По технической части к нему нареканий пока никаких нет. Сейчас заведем его, посмотрим. Диодные маленькие лампочки, они так перестают гореть или нравится опять. Чем это связано, я не знаю. Ну, будем конечно загоряться опять. Да, если кто-то знает, как прикрутить мотор, прикинуть, напишите, пожалуйста, в комментариях. Надеюсь, кому-то обзор был интересен. Всем до свидания.